Добрый день! В данном видео вы узнаете, где можно посмотреть ваш реферальный код, где располагаются реферальные ссылки и как сгенерировать собственную ссылку. Для этого нам необходимо перейти в кабинет партнера. Здесь для вас собрана вся необходимая информация. Ваш номер кошелька, ваш тип аккаунта, ваш реферальный код или код партнера и возможность перехода в раздел реферальных ссылок. В данный раздел можно попасть двумя способами. Мы можем нажать на кнопку «Получить» или воспользоваться боковым меню «Инструменты», «Ссылки». Компания Amarkets уже подготовила для вас несколько видов реферальных ссылок, которые ведут на разные лендинги. В зависимости от ваших целей и задач, вы можете подобрать наиболее подходящую реферальную ссылку. Например, если вы ведете телеграм-канал и вы знаете, что большинство ваших подписчиков используют мобильное устройство, то лучше будет использовать реферальную ссылку, которая позволит скачать необходимое мобильное приложение. Если по данной ссылке перешли с компьютера, то ничего страшного, откроется классическая форма регистрации. Обращаю ваше внимание на то, что если вы привлекаете клиентов с разных гео, то вы можете выбрать интересующую вас страну. Выбор доступен вверху справа. Давайте выберем, например, Турцию. После смены гео произойдет перевод страницы на язык турецкий в данном случае, и обновятся реферальные ссылки, потому что для Турции нами подготовлены специальные посадочные страницы, естественно, на турецком языке. Их также несколько, вы можете открыть каждую, посмотреть, выбрать то, что нужно именно вам. Давайте вернемся на русскоязычную версию сайта и ссылки. Далее. Если для привлечения клиентов вы используете различные рекламные кампании и вам необходимо оценить их эффективность, то в этом случае рекомендую вам использовать генератор партнерских ссылок. Вы можете создать уникальные ссылки и затем после проведения кампании сформировать подробный отчет регистрации. В нем вы получите полное представление о том, какая из рекламных кампаний оказалась более успешной. Например, вы решили сформировать ссылку, которая будет направлять людей на стартовую страницу компании Amarkets. Для этого в поле «Прямая ссылка» вставляем адрес страницы, внизу указываем источник, например, Facebook, название компании, пусть будет тест. Также вы можете добавить ключевое слово или контент. Обратите внимание, что при формировании уникальной ссылки поля «Прямая ссылка», «Источник» и «Компания» помечены звездочками. Их необходимо указать обязательно. Ниже формируется уже готовая реферальная ссылка. Никуда дополнительно нажимать не нужно. Просто нажимаем кнопку «Копировать ссылку» и можете ее смело использовать. На этом все. Желаю вам успешного привлечения клиентов.